ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео по вышедшему сегодняшним утром обновлению в игрушке Roblox. В под игры существа Сонария или Creatures of Сонария, да, вот я не планирую на самом деле в ней снимать так часто, но, ребят, обновление просто настолько мне зашло, что я решила обязательно снять о нем и рассказать, что же нам добавили и изменили. Нам убрали крутилку Роблокса. Но при этом добавили вот таких вот мутационных гач. Чтобы их получить, вам нужно собирать, возможно, уже собрали такие токены. Они называются токены мутации. И вот как раз за эти токены и плюс за 300 грибочков вы можете крутануть и получить двух новых существ. И какой он классный, он летает. Я его видела, модельку у кого-то. Ну, я имею в виду от разработчиков, мне очень понравилось. Так, давай еще. У меня много накопилось, по-моему, у меня больше 10 токенов, так что давайте попробуем покрутить. Я надеюсь, сейчас сразу второй выпадет. А, нет, это дубль. Ладно, либо я найду, кому его продать, либо просто отдам кого-нибудь из друзей. Так, ну давай с третьего раза же, пожалуйста, я не хочу еще одного дубля, я хочу Шисуда, он очень классный и очень необычный, то есть он летает, давайте будем говорить честно, я обожаю летающих существ, напоминающих драконов, это моя слабость. Так, ну... Шисуда, какой ты классный, вообще он мне какую-то реальную зверушку напоминает, но я не знаю какую. Так, тут все еще у нас ничего не изменилось, как и остался Желижион, который у меня не дотекался. В космосе тут все нормально, здесь тоже все оставили. В общем, во всех остальных автоматах нам ничего не изменили, нам все оставили так, как было. Да, и это хорошо на самом деле. А вот Robux Gacha теперь нету, вместо него у нас есть Robux Shop. И если бы я недели две назад подождала бы, даже неделю, я смогла бы... Стоп. 227. А почему у меня... Откуда? Откуда? Я купила единорога! Я не знаю, кстати, у меня было 125 робуксов, а откуда-то сегодня их 270, я не знаю откуда, честно, я не понимаю, но... три новых существа за одно раннее утро, и все классные! Ой, в общем, да, теперь мы можем в магазине робуксов просто купить понравившееся существо, цены вы можете сами посмотреть. О, но я хочу еще вот дракошку плюшевого, и, ну, может быть, когда-нибудь куплю себе химеру плюшевую. Так, вот, значит, Шисуда. О, какой ты классный. Он достаточно, кстати, не маленький, я думала, он меньше. Но и не слишком большой. Да, вот эти токены. У меня их было намного больше, то есть сколько? У меня их 10, что ли, было? Или сколько? Ну да. Так, а где еще? Еще ниже. А, ниже. У меня, на самом деле, за месяц... Я сколько, месяц играю? Или чуть больше, или чуть меньше? Вообще, столько уже существ накопилось. Зуарекс, какой он красивый! Ребята, мы их будем смотреть с вами обязательно на ближайшем стриме по Creatures of Сонария, потому что я вижу, что вам зашло смотреть выживание меня в мире этих существ. И там мы посмотрим и единорожку, и всех остальных. Ой, ну прям красота. Так, что по гаче времени? Здесь тоже ничего не изменили. В принципе, я могла прочитать, что где осталось. Ой, но у меня уже 7000. Но я коплю, да, Хелион Вардена. Так, вот здесь вы видите цены. У меня есть, кстати, Рукет, единорожка теперь есть. И я хочу только... Да, теперь мне не хватает. Не хватает ведь? Да, не хватает. Да, все, мне теперь не хватает. Вот. Так что повезло, я смогла купить единорога. Я не знаю, откуда мне капнули Роблоксы. Я понятия не имею. Мне никто не покупал, мне ничего не приходило. Или я слепая. Вот, да, так что теперь остались. Вот так вот Зоку. И, ну, химеру эту я не особо хочу.
Вот, так что я очень счастлива, что вообще такое шикарное утро, шикарное обновление. Нельзя было с вами с ним не поделиться. Ну а здесь все еще у меня текалос в хотелках. Но пока рисковать не буду. Вот когда новых существ добавят. Так, здесь у нас в магазине все как было. Существа сегодняшнего дня. А, тут у нас. А тут тоже пока ничего не изменилось, это хорошо. Но ура, я уже купила. Ну и сегодняшние существа мне особо не нравятся. И никого покупать не буду. Это я так просто вам делюсь своим мнением. Вот, так что на этом все. Спасибо, что были со мной, что посмотрели видео по обновлению, крутому обновлению в этой игрушке. Я надеюсь, вам она тоже нравится и вы в нее играете. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте накапливать грибочки. Разумно крутить гачи и хорошо выращивать своих питомцев. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео.